Ах, вот какая у меня прическа охренительная. Я купила расческу. За 20 гривен. И маску для лица. Тоже за 20 гривен. Еще я купила такую помаду. И лак для ногтей. Сейчас буду красивая. Наверное, в следующем видео. Сейчас я живу в Ровенской области. Это очень далеко от Мариуполя. На видео показано фото, видео дороги, то, как тут все зацвело, снег уже прошел, он на пару дней всего выпал. Когда я получила 6 500 гривен от Е-поддержки в ДИИ, наверное, первым делом, что я сделала, так это купила пирожок с картошкой, еще в Житомирской области. Сейчас, спустя некоторое время, пару дней, я пошла в магазин и купила себе косметику. Это помада, карандаш для бровей и тушь для глаз. И крем для лица. Это все очень такое себе недорогое, можно сказать, самое такое дешевое. 20, 40 гривен, 30 гривен. Ну, вообще косметика нормальная, качественная, она стоит гораздо дороже. Теперь мое утро начинается с того, что я, по сути, накладываю на лицо крем. Подкрашиваю ресницы и подкрашиваю губы. Еще я купила расческу, потому что из Мариуполя я убежала без расчески. И все время это старалась ходить в капюшоне или в шапке. Когда я ее сняла, в принципе, на голове было ужасно. Потом оказалось, что волосы уже частично отросли, то, что было покрашено, потому что прошло уже больше, чем 1,5 месяца, наверное, с тех пор, как я прокрасила волосы. Ну, в общем, где-то такой вид у меня. Если смотреть по записи этого блога. Как всегда, я записываю исключительно видео для своего собственного настроения. Чтобы поднять себе это настроение, чтобы показать, что, в принципе, птички поют, солнышко светит. И, наверное, нужно жить дальше. Несмотря ни на что. На любые проблемы, если даже не смотреть. Может, еще впереди будет хуже, поэтому нужно снимать видео, пока есть что-то хорошее в жизни, чтобы можно было пролистать и вспомнить. Как сейчас. Мне очень удобно открыть файл в облаке и посмотреть записи моря, записи мариупольских дорог, домов, как я пресс качала. Это приятные воспоминания. И сейчас